Народ идет. И девчонки, и мальчишки уж соскучились по книжкам, по урокам, переменам, по глазам друзей и подруг. И сегодня, в день осенний, снова все мы в этих стенах. Так давайте улыбнемся, скажем здравствуй всем вокруг. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, преподаватели и почетные гости нашего праздника! Здравствуйте, уважаемые родители! Здравствуйте, ученики! Во всех школах нашей страны в этот день начинается новый учебный год. Приглашаются самые маленькие участники нашего праздника – первоклассники. В сопровождении своих старших товарищей, 11-классников, встречайте! Улыбкая, веселая ребятня спешит к нам в школу. Бодро, весело шагают. Видно, буквы все знают. На уроках, переменах, конкурсах, олимпиадах нас заменят, если надо. Новые изобретут, лишь немного подрастут. Им задачки не проблема. Вот какая это смена. Да, вот это суперсмена. По школьным ступенькам знаний наших первоклассников поведет Ильина Надежда Владимировна. Кулева Наталья Владиславовна. Сегодня с самыми теплыми словами приветствия мы обращаемся к вам, наши дорогие первоклассники. Вам, которым предстоит впервые сегодня переступить порог школы и отправиться в длинное, увлекательное, удивительное путешествие в страну знаний. От всего сердца мы говорим вам добро пожаловать. Сегодня день особый и для учеников, их родителей и учителей. Это памятная дата для первоклассников, но сегодня особенный день и для наших пятиклассников. Сегодня они переходят в большую школу, где ждут новые встречи и новые учителя. По дороге знаний поведет их Ефимова Лариса Владимировна. Хочется пожелать всем вам, уважаемые коллеги, здоровья, успехов и больших творческих удач. Уважаемые гости, спасибо вам за то, что пришли к нам сегодня на наш праздник. Итак, школа вся в сборе. Ах, школа, школа, буквари, книжки, на звонких переменах бегают мальчишки.
ваши мечты сбылись, чтобы вы стали успешными людьми и всегда гордо несли звание выпускника второй школы. Мы сегодня открываем мемориальную доску нашему бывшему коллеге, директору школы Крючкову Георгию Николаевичу. Этот человек всю свою жизнь посвятил любимой работе. Это человек с большой буквы, это выдающийся педагог, ветеран Великой Отечественной войны. Многие поколения выпускников помнят этого учителя, директора. Сегодня на нашем празднике присутствует много выпускников, которых учил этот человек. Присутствуют его коллеги, наши ветераны педагогического труда. С особым удовольствием мне хочется сегодня их назвать. Это Мирошникова Таисия Алексеевна, учитель истории. Это Леонтьева Лидия Ивановна, учитель математики. Это Фролова Любовь Ивановна, учитель русского языка и литературы. Это Кондратьева Елизавета Ивановна, бывший директор школы, учитель биологии. Это Шуваева Александра Тимофеевна, бывший заместитель директора школы и учитель истории. Мы очень рады приветствовать вас здесь, на нашем празднике. Уважаемые коллеги, уважаемые родители, уважаемые гости, для многих я здесь присутствую как незнакомый человек. А многие помнят меня, что я их учила, и проработала я в этой школе 40 лет. Много моих выпускников и учащихся, многие уже стали мамами, папами, бабушками и дедушками. Их уже и внуки посещают нашу школу. И я хочу сказать, что я горжусь школой, в которой я работала 40 лет. Замечательная школа, замечательный коллектив и замечательные наши учащиеся и наши родители. Но сегодня день особый. Мы открываем мемориальную доску нашему бывшему руководителю нашей школы Георгию Николаевичу Крючкову. Я с ним проработала почти 20 лет. Это был особый человек. Это человек был с большой буквы. И педагог, и как товарищ, и как учитель. Право открыть мемориальную доску предоставляется ветерану педагогического труда Мирошниковой Таисе Алексеевне, выпускнику школы Зворыгину Геннадию Анатольевичу и нашей ученице, теперь уже 5 класса, Савиновой Яне. В школе хорошие традиции. Именно в этой школе даются прекрасные знания. 32 отличника из 245 учеников. Трое только в выпускном классе. И все это было заложено вот такими людьми, как бывший директор школы Крючков Георгий Николаевич. Грибановский машиностроительный завод, как всегда, рядом. Коллектив завода поздравляет вас с этим праздником, желает детям вырасти хорошими людьми, педагогам творческих успехов, а родителям терпения.